Мы рассмотрим сейчас строение почки и строение нефрона. У меня в руках препарат почки. Первый вопрос, который себе надо задать, это почка правая или левая? У вас есть ориентиры на степень кривизны, изогнутости передней и задней поверхности, но это не всегда удобно, потому что почка может быть в фиксированном состоянии, деформированная. И один из других ориентиров, который сейчас надо использовать, это шифр в воротах почки. Шифр ВАМ, вена, артерия, мочеточник спереди-назад. Передняя вена, затем артерия, затем мочеточник спереди-назад. Вот я сейчас держусь за фрагмент вены, позади нее идет артерия, и вот третий элемент – это мочеточник. Таким образом, я правильно держу почку по отношению к себе, это левая почка. Да? Вы скажете, но ведь надо тогда еще отличить, где верхний полюс, где нижний. Тоже, глядя на элементы ворот, вот на мочеточник я сейчас поворачиваюсь задней поверхностью. Вот так я натягиваю мочеточник вниз, и видно, что он образует единый, не перекрещивающийся, не переламывающийся контур, такой дугообразный, направленный вниз. А если я переверну, то это неизбежно меняет ход и появляется излом в мочеточнике, который не характерен для нормального хода. Таким образом, полюс мы тоже можем определить, потому что мочеточник в естественном состоянии от лоханки направлен вниз и не образует никакого перелома. Итак, еще разок, это левая почка. Но теперь нас интересует то, что там внутри. Вот она рассечена в срединной плоскости, и мы видим ее строение. Вот сейчас мы так нарисуем разрез почки в очень увеличенном виде. Прежде всего, это характерная форма почки, так мы это именно изобразим. Говорят, что это бобовидная форма. У нее есть синус, область углубления с медиальной стороны, через которую входят элементы ворот, вена, артерия, мочеточник, и он заполнен жировой клетчаткой. Вот здесь, особенно на этом препарате хорошо видно, я сейчас держу пинцетом мочеточник, рядышком лоханка, и вот элементы синуса желтого цвета, это не что иное, как жировая ткань, расположенная в воротах между артериями, мочеточником и веном. Она занимает все свободные участки. Сама рабочая ткань, паренхима, она состоит из двух разрозненных частей. Мозгового и коркового. Если корковое вещество такое сплошное, оно представляет собой сплошную как бы полосу по периферии почки, то мозговое вещество разобщено на отдельной пирамиде. Вот я сейчас такие пирамиды рисую. Это пирамиды мозгового вещества. Для того, чтобы не осложнять себе работу, я не стану рисовать другие пирамиды. В принципе, их больше по количеству. И мы остановимся вот на такой структуре. Итак, периферия – это кортекс, а более глубокая часть – это медулла реналис, или совокупность пирамид. Но получается, что корковое вещество между пирамидами словно бы вдается в виде вот таких участков. Которые могут быть хорошо заметны на отдельных препаратах. Вот здесь я прошу сфокусировать поближе. Вот одна пирамида, вот другая пирамида, а между ними участок, который представляет собой продолжение паренхимы между пирамидами. Эта пирамида и участок
продолжение коркового вещества паренхимы вовнутрь между пирамидами. То есть эти участки хорошо различимы на препаратах. Они получили название колюмне реналис или очень такое широко используемое в клинике название бертиниевые столбы. Бертиниевые столбы. Где-то вот здесь отдельно я, наверное, подпишу. О, люмма на реналис. Бертини. Наверное, поставим здесь единичку для того, чтобы нам напомнить, что это такое колюмна реналис. Тогда два пирамис. Относящиеся к мозговому веществу, медулля. В скобочках напишу медулля. И вот здесь я просто выбираю участок, который не будет нам потом мешать, когда мы дальше рисунок продолжать станем. Кортекс реналис. Теперь очень интересно, что визуально мы заметили, пирамида и корковое вещество отличаются друг от друга по структуре. Поэтому я вот закрашу пирамиды, чтобы напомнить нам это визуально, макроскопически, без всяких дополнительных методов окраски, заметно на препаратах, что они по-разному располагаются, по-разному выглядят. Еще одна очень важная деталь. От каждой пирамиды в кортекс отходят вот такие выступы, которые словно бы повторяют по цвету цвет пирамиды. Можно сказать, что это визуально продолжение мозгового вещества внутрь коркового. И тогда само корковое по цвету словно бы занимает промежуточки между этими выступами. Если присматриваться на хорошем препарате, определенную исчерченность такую можно заметить. Вряд ли мы это продемонстрируем сейчас на наших препаратах и не станем это демонстрировать на видео, но потом, когда вы посмотрите вот на этой схеме, здесь заметно, что корковое вещество, оно вот так вот словно бы исчерчено параллельно идущими полосками разного цвета. Значит, в таком случае вот эти выступающие лучи от пирамидки, они получили название какой номер? 4, да? Парс радиата. Если парс, то это часть чего-то, чего? Того же коркового вещества. Значит, эти выступы получили название лучистая часть. Парс. Лучистая часть. Понятно, что они как лучи внедряются корковое вещество на периферию. А между ними промежуточки более светлые, вот они получили название, ставлю здесь цифру 5 и стрелочку вот сюда. Да? Они получили название парс конволюта, свернутая часть. Почему свернутая, мы чуть позже узнаем, когда будем рисовать нефрон. Парс
Бакстер-Вальд. Итак, корковое вещество оказывается разделенным тоже на фрагменты друг друга чередующие. Парс-конвалюта и парс-радиата. И мозговое вещество тоже разделено на пирамиды и расположены между ними вертиневые столбы. В конце концов, все это служит для образования мочи. Если моча уже образовалась, когда и как мы чуть позже разберем, то она должна в конечном итоге куда-то выходить. И для этого служит собирательная система. Она состоит из малых чашечек. Вот я сейчас нарисовал 4 малые чашечки. Это как своеобразный такой кувшин, надевающийся на вершину пирамидки. Это будет номер 6, да? 6. Каликс реналис минор. А если во множественном числе, то калицес реналес минорес. И те, в свою очередь, соединяясь друг с другом, образуют более крупные чашечки. На нашей картинке их будет 2. Номер 7 и 7. Это каликс реналис майор. Во множественном числе калицес реналис майорис. Их больше, чем 2, как правило, 3-4. Но они являются результатом слияния малых. И после того, как они соединяются друг с другом, формируется расширенная такая часть, которая по-русски называется таким уже устаревшим в быту неиспользуемым словом лоханка. По латыни тем же словом, которым обозначается таз, пельвис, да? Значит, 8, пельвис реналис. И уже эта часть, незначительно выходя за пределы синуса, будет продолжаться в мочеточник, уретр. 9. Уретр. Забегая вперед, подчеркнем важность терминологии. Уретр – мочеточник. Есть сходное слово, оно по-другому пишется и по-другому произносится. Уретра – мочеспускательный канал, который нельзя путать. Независимо от того, мужской мочеспускательный канал или женский, слово одно и то же. Уретра, а дальше добавляется феминина или уретра маскулина. И менее похожее, но все-таки достойное путаницы, так иногда бывает, утерус, матка. Да? Три похожих слова, которые мы четко должны дифференцировать. Вот теперь, когда мы нарисовали лоханку и мочеточник, я могу завершить эту часть схемы, показав, что вот здесь область синуса ограничивает ворота почки, в которые будут входить элементы ворот. Значит, это элементы ворот, вам вена, артерия, мочеточник, спереди, назад. Вена, артерия, мочеточник спереди, назад.
Теперь нас также интересует система кровоснабжения почки. Почка кровоснабжается из очень крупного сосуда, из абдоминальной аорты. Я сейчас нарисую аорту и здесь заполню часть пространства, потом его сотру, чтобы единая картинка была. Вы можете закончить этот рисунок, а потом нефрон на другой страничке рисовать. Аорта абдоминалис. Вот от нее отходит артерия реналис. Вот этот препарат, который мы сейчас пытаемся схематически повторить. А, кстати, я прошу сфокусировать вот здесь на эту часть. Я подойду поближе. Мы видим мочеточник, а потом сосуд. И это нам напоминает о том, что мы смотрим на заднюю поверхность. Значит, для того, чтобы изображать с передней поверхности, нам надо перевернуть вот так. И тогда вы видите вена, артерия, а мочеточник практически спереди наиболее трудно различим, да? Потому что он прикрывается. Этим более поверхностно расположенным сосудом. Артерия реналис, подходя к синусу, делится обычно на две ветви. Десять и одиннадцать. Вы, если обратили внимание, я одиннадцатую ветвь нарисовал пунктиром. Но пунктиром, наверное, ее надо было бы рисовать дальше. Здесь я специально это сделал для того, чтобы подчеркнуть, что одна идет спереди, другая сзади. В таком случае 10 – это рамус ре пельвикалис, предлоханочная ветвь. А номер 11 – рамус пост пельвикалис, позади лоханочной ветви. То есть они разделились на переднюю и заднюю. Иногда их просто называют передняя и задняя, но поскольку это с разных сторон от лоханки, это имеет такое название. И если мы будем смотреть на препарате, то вот здесь различимо хорошо, что вот одна веточка пошла вперед, а другая назад. И это соответствует нашей схеме. Затем каждая из них делится на сегментарные ветви. Номер 12. Это будет артерия сегментарис. Артерия сегментарис. От нее, в свою очередь, отходят веточки, которые будут проникать
между пирамидами. А пирамида, мы ведь помним, что это доля. И чтобы дальше насваивалось одно на другое, я их заштрихую. Тогда следующий порядок изменений у нас номер 13. Артерия интерлобарис. Артерия интерлобарис. Междудолевая артерия. Доля – это пирамида, значит, она между пирамидами располагается. И, наконец, когда междудолевая артерия доходит до основания, должно уменьшаться, а у меня как бы она сохраняется сплошной такой толщины. Но вот когда она доходит до основания пирамиды, она делится дальше на две ветви, которые получили название, поставили номер 14. Артерия. Аркуат, дугообразная. Таким образом, каждая междудолевая разделилась на две дугообразных. Номер 4. Артерия. Артерия аркуат. И, наконец, от артерии аркуата отходит в промежуток между двумя лучами последняя веточка, которая называется тоже еще пока артерией. Я вот здесь напишу номер 15, а другим цветом обозначу стрелочку вот сюда, да? Артерия интерлобулярис. Артерия интерлобулярис. Теперь еще разок уместно подчеркнуть повторно, что есть два термина – доля почки и долька почки. Что такое доля почки? Это пирамида с прилежащим к ней участком коркового вещества. Таким образом, сколько долей в почке? Столько, сколько пирамид будет, да? А что такое долька почки? Долька почки – это pars radiata и pars convoluta. То есть долька почки, в отличие от доли, располагается только в корковом веществе. Одна долька – это совокупность парс конволюта и парс радиата. Я возьму сейчас зеленый маркер и вот так обведу. Вот я сейчас дольку обрисовал. Парс конволюта и парс радиата. И таким образом сосуд номер 15, который мы последний обозначили, это междудольковая артерия. На этом мы можем данный рисунок остановить. Я прошу сейчас еще разок полным планом его весь заснять. И дальше будем продолжать в новой записи строение нефронов.